Здравствуйте, меня зовут Ильчибаев Георгий. Я учусь в 5-м В-классе 164-й школы. Я Смирнов Василий, учусь в 7-м В-классе 160-й школы. Мы представляем команду «Клевер» из Центра детского технического творчества Краснокардийского района Охта. Мы собрали робота для уборки опасного мусора. Робот реализован при помощи двух больших моторов, одного среднего и одного контроллера. Движение реализовано при помощи двух больших моторов и одной волокуши. Опускание и поднимание захвата реализовано при помощи одного большого мотора. Захват мусора и разжимание мусора реализовано при помощи одного среднего мотора. Пульт состоит из двух моторов и двух кнопок. Один мотор отвечает за поворот робота, другой за движение робота вперед и назад. Одна кнопка опускает захват, другая поднимает. Спасибо за внимание.